Общественная организация «Союз Чернобыль» в Сарове существует 27 лет. Сейчас в нее входит почти 300 ликвидаторов последствий аварии, которая всколыхнула весь мир. Это люди, которые самоотверженно вкладывали силы и время, рисковали здоровьем и жизнями ради восстановления радиационной обстановки. Перед 35-летней годовщиной со дня Чернобыльской аварии глава города и представители городской думы организовали торжественный прием. Слова благодарности за то, что вот вы выбрали то направление, тот путь. И чего бояться этих слов, спасли вот наши территории от возможного развития ситуации, при которой наша страна выглядела бы иначе. За общим столом ликвидаторы поделились впечатлениями, рассказали свою историю пребывания в 30-километровой зоне, о своем вкладе в масштабную работу. Также участники встречи обсудили необходимость установки в нашем городе памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. С этой инициативой члены Союза выступают с 2010 года. Специалисты подготовили эскизы, составили предварительные сметы, но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Если руководство города эти вещи понимают правильно, то они должны это дело сделать, открыть, чтобы люди знали, что была такая большая беда, которую советские люди победили и этот вопрос решили, который многих, две трети уже их нет в живых. Участников чернобыльских событий наградили благодарностями от администрации города. Глава пообещал взять вопрос с установкой памятника на особый контроль. Дарья Козина, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.